здравствуйте! Представляю вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Renault Kaleos 2019 года выпуска. Объем двигателя 2.5, 2TR, 707. Пробег автомобиля 6236. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Масло чистое. Замер компрессии. Первый цилиндр. 12 килограмм. Второй цилиндр. 12,5 килограмм. Третий цилиндр. 12,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 12,5 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.